Сегодня в Вене представители стран-экспортеров нефти в закрытом режиме обсуждали вопросы, от которых напрямую зависят мировые цены на углеводороды. После многочасовой дискуссии принято решение сохранить добычу сырья на текущем фактическом уровне. Как заявил генеральный секретарь картеля Абдалла Эль-Бадри, вопрос о новом уровне квот отложен до следующей встречи, которая состоится летом будущего года. Напомню, с декабря 2011 официальная квота ОПЕК составляет 30 миллионов баррелей в сутки, однако реальная добыча в последнее время превышает этот ориентир. В октябре картель добывал, по оценкам экспертов, порядка 31,5 миллиона баррелей в сутки. Принятое сегодня в Вене решение означает, переизбыток нефти на рынках и низкие цены на нее сохранятся.